Волонтерские группы помогают пожилым и одиноким людям. Они покупают необходимые товары, чтобы ветераны не выходили лишний раз из дома. То есть вся работа выстроена дистанционно. Поступает заявка, мы ее обзваниваем. Далее мы идем по перечню продуктов, которые ему необходимы пожилому человеку, или перечень лекарств. Полностью заявку оформляем и передаем ее уже волонтеру выездной группы, который с соблюдением всех мер профилактики осуществляет покупку и передачу продуктов и медикаментов. Мы все стараемся заявки, которые поступили до 5 вечера, обработать в тот же день. У нас волонтеры получают средства индивидуальной защиты. Это маски, перчатки, антисептики и спиртовые салфетки. Также помимо средств индивидуальной защиты они получают бейдж и должны с собой носить всегда паспорт. Бывают и индивидуальные заказы. Они сложны в исполнении, но выполнить их надо, ведь речь идет о здоровье. Сейчас поступил звонок от пожилой женщины из города Новочебоксарска. Заявка интересна тем, что она попросила препарат, который редко бывает в аптеках, и попросила поискать. Вот сейчас мы занимались поиском, обзвонили все аптеки, зашли на интернет-ресурсы в поисках лекарства, но пока не обнаружили, и сейчас будем искать аналоги, так как препарат женщине необходим, все равно его нужно найти. Как только мы его обнаружим, приобретем и отвезем к ней, конечно, домой. Люди с благодарностью принимают помощь. Очень много звонков поступает после, либо во время, когда мы соглашаемся помочь. И бывает так, что и бабушки, даже дедушки говорят спасибо и не могут больше ничего сказать, потому что начинают плакать. То есть им настолько важна и приятна такая помощь, в такой сложной ситуации, что они прям очень тронуты. Как говорят ребята, для них самое главное – это хорошее самочувствие горожан. Александр Соловьев, Юлия Дюкова, Андрей Шоклев, Республика.